Сильное воодушевление. И вот это сердечное чувство нас побуждает обратиться к людям, друзьям, своим родственникам и рассказать им. Второй импульс, который мы получаем, и он воодушевляет нас проповедовать этот импульс, это мы к преданным приходим и с разных сторон нам говорят, надо проповедовать, надо распространять книги, надо проводить лекции, кого бы ты ни встретил, говори им о Кришне. Есть такое? Иногда даже против нашей воли или против нашей природы мы делаем что-то, что связано с проповедью. Наверняка же не все из нас прям вот любили ходить по улице и распространять книги. Нету таких есть. Нет, ну, хоть раз в жизни все распространяли книги, так же, хоть как-то, хоть на харинами, или уже нет таких? В последнее время все меньше будет. Меньше, да? Я помню, приехал на фестиваль Гауранга Бхаджанбе, 92-й год, не знаю, может быть, полтора месяца я, как только познакомился с преданными. Ну, нас всех собрали и сказали, вот у вас здесь 1000 человек, если каждый распространит по 10 книг, 10 тысяч человек получит благо.
Вот, значит, закончилась лекция, я вышел, мне дали 10 книг, и я пошел на улицу. Такой опыт был. Практически все распространяли. Но в любом случае... Культура, то, что надо проповедовать, у нас осталась. И очевидно возникает несколько вопросов. Во-первых, мы проповедуем с определенной целью. Да, у нас какая цель нашей проповеди? Дать людям благо. Знание. Еще да. Дать людям знание, дать людям благо. Еще. Знание о Кришне. Что ли? Знание о Кришне. Еще что? Другой микрофон. Еще какая цель нашей проповеди? Проповедь это что? Что из себя проповедь? Поделиться счастьем. Так. И чем же мы с вами занимаемся? Цель нашей проповеди пробудить в людях бхакти. Или нет? Цель нашей проповеди пробудить бхакти. Поэтому мы называемся бхакти-йогой, да? Мы занимаемся бхакти-йогой. Если мы говорим, призываем людей присоединиться к бхакти-йоге, это означает, что мы должны в них пробудить бхакти. Общество сознания Кришны. Мы разбирали, что означает, как переводится наше название общества. Общество сознания Кришны. Прабхупада его взял, это первая строчка известного стиха Рупа Госвами. Кришна Бхактираса Бхавита Матих. Да? Известный текст. И вот это Кришна Бхактираса. Чистым преданным служением. То есть Бхактираса. То есть наша задача пробудить в сердцах людей вкус Бхактираса. Еще другой синоним, мы говорим пробудить в людях любовь к Богу. Слышали, да? Такое. То есть наша проповедь ставит эту цель, пробудить в людях любовь к Богу. Так же? Если у человека пробудилась любовь к Богу, все, прямо в Маркамахан, то есть он достиг цели человеческой жизни. То есть в его сердце пробудилась прямо любовь к Богу. Такова наша цель проповеди. Итак, у нас есть цель проповеди. И потому, насколько в людях пробуждается любовь к Богу, да, мы можем судить. И по этим результатам мы можем судить. Мы наше предназначение исполнено или нет. Соответственно, теперь у нас есть еще один момент. Это усилия, которые мы прикладываем. Усилия, да, и эффективность этих усилий. Наверняка все знают, что можно очень много трудиться над чем-то, да, над каким-то делом или проектом, и не получить никакого результата. Либо этот результат будет очень дорогой результат. У кого есть дача? Поднимите руку. Помните, конец 80-х, начало 90-х, дачи были у многих, и все туда ездили. И на дачу было ездить приемлемо. Потом пришло такое время, когда купить помидоры или картошку стало дешевле, чем ездить на дачу и выращивать. И многие дачи побросали. Какой смысл? А в чем смысл? Конечно, сейчас люди опять возвращаются, потому что в магазине уже не купить качественного товара, пластиковое, все. Поэтому актуальным остается дача. Но если посчитать в экономическом плане, сколько будет стоить килограмм помидор, то оказывается, это вот приличная сумма. Кто-то подсчитывал, сколько стоит килограмм помидор, который вы выращиваете на даче. Начиная с выращивания рассады на подоконнике, это трудочасы потрачены, электроэнергия, потрачено время, дорога, транспорт, электричка, автомобиль, трудочасы на огороде, полив водой. И потом мы получаем ведро зеленых помидор, которые дома потом назревают. Так?
Или прямо у вас подозревают? Подозревают, ну ладно. Значит, Самаре повезло. А в Башкирии нет. В Башкирии помидоры подозревают на подоконнике. В ящиках. Если вы не в теплице, садитесь. То есть, другими словами, наши усилия и результат, стоимость этого результата должны соизмеряться. Что называется эффективность? Мы проповедуем, и значит, количество людей, которым мы проповедуем, и количество тех, у которых бхакти пробудилось, ну, должно как-то быть воодушевляющим. Да? Мы в 90-е годы шутили над шведскими преданными. Знаете, сколько вот шведов настоящих преданных сейчас? Да, где-то 3-4 человека за все 40 лет. Так вот, количество энергии, средств, которые вложены в этих преданных, они золотые буквально. Столько программ проходит, столько килограмм просады съедено, и только 3 человека. Конечно, в этом плане нам можно свесить ноги и сказать, да, у нас-то тут все хорошо, такой вот вариант. Нефти у нас много, воды много. Русские всегда такие, земли много, а что, какие проблемы, преданных не хватает, да, сейчас поедем в деревню, попроповедуем, и будет вам куча преданных. Можем еще и в Швецию отправить, не проблема. Что, собственно говоря, и происходит. Вы знаете, что по миру, во всех странах, вот местные преданные, они практически не активны. Но в любой стране, начиная от Канады, Америки, Израиля, Германии и Англии, там есть самый активный преданный, это русский. Ну, как минимум, русскоязычные. В Израиле две ятры. Одна, которая еврейская, а другая, которая русско-еврейская. В Америке у них практически в каждом городе значит, огромное количество русских преданных. Не которые туда переехали из России, будучи преданными, а которые просто туда переехали и там стали преданными. И в Германии. Ангера Мони, у него сейчас вот международное турне начинается. Они не просто там группами, они уже там бхакти-врикши организуют. Мир Муни уже мировая бхакти-врикша. Вот, поэтому мы иногда думаем, что у нас есть такой вот потенциал. Вот, но несмотря на все наши... Так. Несмотря на всю нашу браваду и возможности, тем не менее, мы тоже должны задумываться, какова же эффективность нашей проповеди. Ведь каждый же из нас сталкивался с такой ситуацией, что мы рассказываем людям что-то о Кришне, делимся, а результат обратный получается. Да? Вначале все с этим сталкиваются, узнали что-то о преданном служении, о Кришне, и начинают делиться со своими друзьями, родственниками, близкими, сослуживцами. А теперь вопрос. Сколько из этих близких друзей, родственников, сослуживцев, они положительно относятся к нам, доброжелательно или стали преданными? А сколько, наоборот, не стало, ну, то есть стали нашими оппонентами, стали нас избегать? У кого какие результаты? У кого больше? У кого больше тех, кто стал преданным или доброжелательно стал относиться? А у кого, кто... стал сторониться, перестал общаться. У кого вот такой результат? Ну, практически у всех. Вот. С чем это связано? То есть мы можем видеть, что эффективность нашей проповеди не такая уж и большая. Если серьезно подходить, в России распространено около 11 миллионов книг Шрилы Прабхупады. Вот, начиная там, с 1985 года. Более 11 миллионов книг Шрилы Прабхупады. По миру мы вторыми идем, после Индии. В Индии каждый год они 6 миллионов книг распространяют. А в России там до 95-го мы распространяли по миллиону книг, а сейчас где-то 500-600 тысяч каждый год, и вот в прошлом году 800 тысяч книг мы распространили. То есть это очень высокие показатели, по миру больше никто не распространяет. Да? Америкосы где-то идут там 300-400 тысяч книг, только они распространяют при всей их многочисленности населения и богатой стране.
Вот. Тем не менее, мы все равно, можно сказать, впереди планетов. Мы индусов не берем в расчет, потому что у них 1 200 000 000 населения, и для них 6 миллионов это все равно позорная цифра. У себя дома. Это все равно, что православные Библию не могут распространить, или Евангелие, да, со своим же единоверцем. Вот. Ну, в общем, смысл такой, что очень много делается, но какой результат? Сколько преданных, как вы думаете, в России? Ну, сколько? В России преданных? Ну, да, 17. То есть 3 года назад мне довелось 2 раза собирать эти данные. Первый раз я в 2000-м собрал данные, сколько преданных в России. Тогда 10 тысяч было преданных всего лишь. А сейчас, ну, 17, может быть, 17-18 тысяч. Это инициировано, считаете? Нет, всего. То есть мы считали, сколько на праздники приходит. То есть на праздники максимальное количество приходит. Вот. Там плавающая цифра с Москвой. Они вначале сказали 10 тысяч. Ну, к ним, правда, на праздник в Москве приходит 7-8 тысяч человек, посещает праздник. Ну, в общем, все остальные получилось 10 тысяч, и Москва 7, так, 17. Сейчас, может быть, за 3 года чуть больше. И, ну, все равно возникает вопрос, и мы должны задавать вопрос. Наши усилия в проповеди, они действительно эффективны? Действительно ли те усилия, которые мы прикладываем, они, и результат, который мы получаем, они адекватны? Здесь нам надо в первую очередь понять, если мы говорим, что целью нашей проповеди является пробуждение бхакти в людях, то мы должны понять, как бхакти пробуждается. Если мы хотим получить этот результат, цель достичь, мы должны знать, какой же закон пробуждения бхакти. И сейчас мы разберем очень важную часть. И я хотел бы вас попросить слушать очень внимательно, потому что то, что мы сейчас услышим, оно может перевернуть ваше представление о проповеди, очень сильно изменить. И потребовать совершенно другой деятельности, совершенно другого поведения, которое будет связано с проповедью. Вы готовы слушать внимательно? Да. Вы не боитесь, что придется много менять в жизни? По факту придется много просад менять. Просад останется, но... Просад будет. Просад останется. Тогда мы идем вперед. Небольшие зарисовки того, что я уже говорил. Итак, как пробуждается бхакти? В соответствии с анализом Джива Госвами, Вишнат Чакраварти Такура, можно прям все нажать, и все, последнее. Пробуждение бхакти есть несколько ступеней, несколько этапов. Первый этап – так называемое скрытое развитие бхакти. Может быть, вы слышали такие термины, как бхакти мукхи сукрити, бхакти сукрити или агьята сукрити. Слышишь? Кто недавно практикует, он, может, не слышал, кто давно уже знаком с этими терминами. Так вот, бхакти в нашем сердце, оно живет всегда. Нитья ситха Кришна према, садья кабунай, шраванади шута чита харэба. Это знаменитый текст из читания Чаритамриты. Но тогда можно задать вопрос. А где оно? Где это бхакти? Ну, у всех людей. Почему оно только у нас видно, а у других не видно? Ответ заключается в том, что когда живое существо принимает решение прийти в материальный мир, так, его бхакти к Кришне, вечная любовь к Богу, оно покрывается. И чем дольше душа здесь находится, то его бхакти больше и больше покрыто разными слоями. Поэтому Господь Чайтанья провозгласил, для подавляющего большинства живых существ главным принципом санкхеты является четто-дарпана-марджана, да, очищение сердца, очищение сознания от грязи, скопившейся за долгие годы. И когда происходит вот это вот очищение, то наша изначальная бхакти начинает
пробуждаться. То есть оно становится видным. Так вот, вот этот отрезок времени, когда мы только начинаем процесс пробуждения в бхакти, и до того момента, когда оно внешне проявлено, то есть видно в человеке, человек проявляет стремление к бхакти, вот этот этап называется накоплением бхакти унмухи сукхи. Или этап пробуждения бхакти. Пока у человека не накоплено это бхакти сукрити, или бхакти не пробуждено до такой степени, что человек изнутри импульс появляется искать преданных, слушать преданности, то он не восприимчив к идеям бхакти. Не восприимчив. Это то, с чем мы сталкиваемся, когда мы к людям обращаемся и рассказываем им о бхакти. Люди говорят, у меня нет интереса. Нет интереса. А теперь вспомните себя. В какой-то момент времени у нас пробудился интерес. У нас не было интереса, да? То есть с рождения не было интереса к бхакти. Но в какой-то момент времени вдруг этот интерес стал пробуждаться. И у нас прямо изнутри появилось желание найти преданных, общаться с ними. У нас интерес пробудился. Мы что-то прочитали, что-то послушали. С кем-то пообщались, кого-то увидели. Есть такое? Да. Вот до этого не было этого чувства, потом оно появилось, этот интерес проявился. И все, и тогда мы пришли к преданным. Что самое интересное, в этот момент, когда проявился интерес, появилось желание, мы захотели слушать. Да? Мы захотели узнать, что же это такое. И мы готовы были, вот пришли в общество преданных, и мы готовы, рассказывайте мне, что надо делать, да? Было такое? Что теперь надо делать? Как готовить? Как жить? Как не знаю, как одеваться? Как мыться? Как спать? Как есть? И так далее. Вот такие интересы сразу пробудились. Итак, когда у человека пробудился такой интерес, то следующий этап, который наступает, в сердце человека должно попасть бхакти лата биджа. Слышали такой термин? Бхакти лата биджа. То есть бхакти значит преданность. Лата значит лиана или растение. Лиана. А биджа значит семя. Это образ. Его Господь Чайтанья упоминает. Гуру Кришна Прасаде пая бхакти лата биджа. Брамананда Брамите кона бхаги ванжива гуру Кришна Прасаде пая бхакти лата биджа. Живое существо скитается по миллионам вселенных. Да? Брамананда Брамите кона бхаги ванжива. То есть оно становится удачливым. Такое живое существо удачливое, если оно гуру Кришна Прасаде, по милости Кришны встречает гуру. И тогда Бхай Бхакти Лата Биджа, в его сердце может попасть семя преданного служения. И Шрила Прабхупада, объясняя, что из себя представляет это Бхакти Лата Биджа, он указывает, что это трансцендентное знание. Так вот, на этапе, когда бхакти лата биджа в сердце должна попасть, это этап, когда мы должны слушать трансцендентное знание, изучать его. Это означает, когда люди, уже пробудив бхакти, приходят в общество преданных, вот здесь надо учиться. Здесь надо получать трансцендентное знание о чистом преданном служении. Дальше, когда такое знание получено, то, как правило, в сердце человека пробуждается чистая вера, шрадха. Слово «шрадха» означает «чистая вера». Есть еще разные примеси веры. И эта чистая вера проявляется в пяти основных признаках. Мы их с вами проходили. В один из моих приезд я рассказывал пять признаков чистой веры. Кто-то может вспомнить? Признаки чистой веры. Хорошо, мы не будем сейчас на них останавливаться. Я надеюсь, вы посмотрите свои конспекты или вспомните. Итак, проявляются эти признаки чистой веры. И следующий этап, который уже... Говорите, брали. Это стиль, да? Это определение чистой преданности, но там нет всех признаков. Да-да. Это определение чистой преданности. А можете причислить, кто-то и не был на ваших прошлых лекциях?
Я, если начну перечислять, мы собьемся чуть-чуть. Я потом померю. Сейчас я дойду. Итак, чистая вера пробудилась. И теперь перед нами открыт путь к чистой преданности. К шуддабхакти. То, о чем Мурайгупта процитировал, они делали, что шудян, я на карма динамрита. Вот к этой бхакти, чистой бхакти, у нас открыт путь. То есть пока человек не получит чистое трансцендентное знание, где представлено правильное представление о Кришне, да? Что такое трансцендентное знание? Это кто такой Кришна, ответ, да? Кто такая душа, обусловленная, освобожденная? То есть то, что мы называем Даша Муладатва. Десять тем, в которых излагается истина учения Господа Читания. Слышали, да, в Бхактина Такура есть произведение Даша Муладатва? И там изложены вот эти основные темы. Пока у нас не будет точных представлений о том, кто такой Кришна, кто такие мы, что из себя представляет процесс преданного служения, в нашем сердце не пробудится чистая преданность. А это означает, что доступа к чистой преданности тоже не будет. То есть у нас преданность будет смешанная какая-то. Какая-то нечистая преданность. Мы можем быть преданными, но жить в материальном мире. Только чистая преданность нам позволит вернуться в духовный мир. Но это цель нашей проповеди – пробудить в людях чистую преданность. Такова традиция, которую мы следуем, такова наша сампрадая, таково послание Шрилы Прабхупады, что мы должны в людях пробуждать чистую преданность. Больше никакой другой преданности мы не должны пробуждать. Вот. Таковы этапы. То есть дальше уже идет садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти, вот эти вот этапы. Итак, смотрите, мы в основном с вами имеем дело, первый этап, накопление бхакти сукрити. Когда мы говорим о проповеди, о пробуждении бхакти, да, то мы в основном имеем в виду вот этот этап, первый, когда мы обращаемся к незнакомым людям, которые не знают ничего о бхакти, и пытаемся им рассказать о Кришне. Так? Вот этот этап. Второй этап, с которым мы тоже сталкиваемся, это вот здесь, уже когда люди пробудили бхакти, пришли в общество преданных. И мы здесь продолжаем их обучать. Даем бхакти-лата-биджу, обучение. Вот то, что сейчас происходит. Вот мы в основном вот это называем проповедью. Согласны? И я предлагаю подробно разобраться, потому что это то, где мы в основном проповедуем. Очевидно, что не так много среди нас преданных, которые проповедуют уже высшие, да, истины, что такое према бхакти. Да? Есть такие вайшнавы, но не так много. В основном мы на двух вот этих этапах находимся. В основном каждый из нас участвует в такой проповеди. Скажите, пожалуйста, вот эти этапы, они понятны? Есть понимание, что когда мы говорим о проповеди, то мы должны учитывать, что у бхакти есть определенные этапы пробуждения. И что в зависимости от этапа мы должны действовать правильно. Понятен? Да. Давайте чуть подробнее будем размышлять. Что из себя, какие же надо совершать действия на первом этапе, когда нам надо пробудить у человека, у которого нет бхакти. Что надо делать, чтобы у него бхакти пробудилась? Мы идем по нашим слайдам вперед. Эта схема, можете ее зарисовать, она поможет нам. Итак, мы говорили о том, что на первом этапе человек должен накопить бхакти в мухе сукрити. Бхакти в мухе сукрити. То есть такое бхакти, которое еще не проявлено. То есть оно где-то в сердце у человека есть, но оно еще не проявлено. Сукрити – это деятельность благоприятная. Мухи – это настроение бхакти. Итак, это бхакти в мухе складывается из двух вещей. Первое – это бхакти-васаны с прошлой жизни, впечатления или импульсы бхакти с прошлой жизни.
Наверняка вы слышали, что есть такое понятие, что если человек в прошлой жизни совершал какую-то деятельность, то в этой он к ней становится более склонным. Слышали, да, такое понятие? Так вот, есть три категории этих самскар или васан. Васаны – это импульсы, которые как бы, естественно нас побуждают к чему-то, наши склонности. Есть карма васана. Например, у кого-то хорошо получается строгать, пилить, на автомобиле ездить, играть на музыкальных инструментах, заниматься ученой деятельностью. С детства можно наблюдать, что такие склонности проявляются. Это результат карма-васаны. То есть в прошлой жизни человек развил, совершал действия, развил определенные склонности. И в этой жизни они у него естественным образом проявляются. Гьяна-васаны – это такие импульсы, когда человек естественным образом такой отрешенный от активной жизни в обществе. Он любит уединяться, какие-то у него там мысли есть, он очень абстрактно мыслит категориями такими. Может, вы встречали таких людей. То есть они, как правило, одиночки. И бхакти-васаны – это импульсы, которые проявляют склонность человека к преданному служению, естественным образом. Человек вот сам может не осознавать, у него естественным образом желание что-то делать появляется. Один преданный мне рассказывал, что в детстве у него всегда было, хотя, Советский Союз, он тогда рос, у него всегда было желание в церковь пойти, ему просто нравилась атмосфера в церкви. То есть он приходил в деревню, когда к бабушке приезжал, была разрушена церковь. Он говорит, я залезу на эту церковь, сижу, и вот мне нравится, просто так приду и нахожусь там. Просто нравится атмосфера. Никто ему ничего не говорил, никто ничего не рассказывал. Просто сама атмосфера естественная. Значит, в прошлой жизни у него были какие-то уже накопленный опыт накоплен. Второе, через что приходит бхакти сукрити накапливается, это деятельность, неосознанная деятельность, которая расценивается как преданное служение. Деятельность, которая расценивается как преданное служение. Вы слышали такие истории, как мышка? В нектаре наставления такие истории есть. Мышка залезла на алтарь и увидела фитилек, который предложили на упадку Господу. Увидела фитилек. Он горел. И там было масло топленое, ей захотелось его попробовать. Ну, вкусное же масло. Вот. И она мордочку засунула, и эти загорелись. И она стала крутить. И Господь это принял как отношение. Это один из примеров агьяна сукрити, то есть неосознанной деятельности в преданном служении. Или еще один пример тоже приводится, бхакти рацамрита сингха или нектаре преданности. Одна птичка, она была ранена, и за ней стала гоняться кошка там, или собака, и она стала бегать вокруг храма. Бегает вокруг храма и вернулась к Кришне тоже. Это тоже пример агьяна сукрити. Или пример приводится с Прахладой Махараджем, как он стал таким вот. На день Нрисимха Чатурдаша они со своей подружкой где-то там гуляли, даже поругались. Вот. И обычно такое бывает, эмоции, все остальное такое. Один в лес убежал, одна в лес убежала, он за ней. Там они где-то там ходили, заблудились, ругались, пришли к развалинам храма. Вот. И, значит, уже ночь была, они легли спать. И получилось так, что они легли возле алтаря, старого алтаря. Как дандават получился, да. И это был Нрисимха Чатурдаша, они всю ночь, там весь день, и всю ночь пропастились, и там вот спали. И вот этого было достаточно, чтобы Прахлада Махарадж стал Прахлада Махараджем в следующую жизнь. Такое сукрити он заработал. Бхакти сукрити. Теперь в нашем случае Священное Писание говорят, каким образом это бхакти сукрити зарабатывается. Это служение. То есть эта деятельность расценивается как бхакти, только она неосознанно совершается.
То есть мышка крутила своими усами горящими, птичка прыгала вокруг алтаря. Они не понимали, что они делают, но это было принято. Но поскольку мы говорим о людях, то здесь важно еще настроение. И это настроение, доброжелательность к носителям бхакти, оно ключевое. То есть, другими словами, если человек проявляет доброжелательность к носителям бхакти, а носителями бхакти в наше время в основном являются преданные. То есть есть еще две категории. Это священное писание, то есть они тоже носители бхакти. Вот, и, естественным образом, сам Господь. Вот, но не у всех людей есть возможность соприкасаться с священными писаниями, и особенно здесь, в России, и с Господом Кришной, непосредственно с Божеством. А преданные являются естественными носителями бхакти. А теперь главный вывод из этих всех законов. Если мы хотим, чтобы в сердце человека пробуждалась и начала пробуждаться преданность, то наша задача своим поведением вызвать доброжелательность. Поскольку мы являемся носителем бхакти, какой бы бхакти у нас ни был в сердце, сколько бы его там ни было, оно уже проявлено. Так вот, задача преданных своим действием, поведением пробуждать доброжелательность других людей. Именно по такому закону накапливается, пробуждается бхакти сукрити. А теперь сравните, чем мы с вами занимаемся, когда пытаемся пробудить бхакти в новых людях. Что мы делаем? Шарма сидит. А? Совершенно сильно. Основное явление, которое в нашей жизни присутствует, под словом проповедь мы подразумеваем человеку рассказывать о Кришне. Да? Рассказывать о Кришне. Есть такое? Да. Есть, да? Скажите, пожалуйста, исходя вот из этого анализа, где будет по-настоящему эффективно рассказывать о Кришне? На втором этапе. Почему? Тогда уже он начнет интересоваться. Да, у человека интерес. Вот там и надо о Кришне рассказывать. Как ни парадоксально. В нашем обществе на этом этапе о Кришне-то и не рассказывают. Я сейчас не беру официальные лекции. Между собой преданные о Кришне не говорят. Между собой преданные о чем угодно разговаривают. О работе, о сплетнях, о проблемах других преданных. Если вы проанализируете, вот вы с преданными встречаетесь, проанализируйте, о чем вы с ними разговариваете. О здоровье разговаривают, кто где что купил, о проблемах, о своих, о проблемах других, всякие разные граммы катха. Она сказала, они сказали, он сказал. А вы знаете, что Маханики с вами принял Бабаджи Вешу. Да ты что? А этот второй раз женился. Да ты что? И вот у нас есть такое видение? А она вот так вот это сказала. А он вот так вот поступил. Да ты что? Ну преданный же так не поступает. Ну вот он, видишь, такой вот преданный, вот он мог так поступить. Все, это основа нашего эмоционального общения между собой. И редко, когда встретишь преданный, программа закончилась, и там кучка сидит внизу, на диванах. Вы ближе подходите, а там кто-то рассказывает историю из источника вечного наслаждения. И все внимательно слушают. Очень редко такое встретится. Согласны или нет? Согласны. Мы можем спорить даже по философии, но это споры. Один доказывает, что надо петь рама, другой доказывает, что надо петь рамо. У вас нету таких споров? Я-то еще не разделилась. А ромашников или рамошников? Споров нет у вас, как рамо петь или рамо? А как вы поете? Как придется, да? Как придется. А в других ядрах у них уж прям бесит. Что делать? Фудфлайф правильно заниматься или нет? Соответствует философии бхакти. А вот психологии нельзя проповедовать, надо только прямая проповедь. Прямая проповедь, вышел на улицу, поймал человека и сказал ему: предайся Кришне, Кришна Бог. Вот. Ты должен предаться Кришне. Вот тебе Бхагавад-гита,
И это называется прямой проповедь. У вас нет таких противостояний? В других ядрах есть. Там прям целая группа ведов. Они говорят, Прабхупада нигде не говорил в своих книгах ни про медицину, ни про астрологию. Только они забывают, что читание Чаритамрити, когда Санатана Госвами убрал из тюрьмы и шел пешком, Прабхупада описывает, как астрология была применена, и он рассказывает про астрологию. Или про медицину. Есть места, где Прабхупада про аюрведу говорит? Есть места такие. Но там доказывают, что таких мест нет, Прабхупада не проблема. И это вот основа нашего общения. Когда надо говорить о Кришне, о чистом знании, о трансцендентном знании, мы это время все заполняем какими-то другими делами. Итак, смотрите, на что происходит. Люди, которые не восприимчивы к трансцендентному знанию, мы им говорим о трансцендентном знании, так? И получаем какой результат? Они его не воспринимают. Более того, они раздражаются очень сильно. А когда люди уже пробудился интерес, и надо говорить о трансцендентном знании, мы это не делаем, да? А между собой разговариваем про всякие. И в результате мы получаем что? Такое чувство. Я-то думал, что общество преданных это общество вот, ну, таких хороших людей. А у них здесь еще хуже, чем у корми. Есть такое? Кто-то сталкивался с таким чувством в сердце? А? Есть такое. Ну, не все готовы кивнуть головой сейчас, но сталкивались. Это есть явление. Ну, давайте будем разбираться, давайте будем смотреть, как скорректировать этот подход. Итак, в прошлой жизни это прошлая жизнь. Мы не знаем, что там человек делал. Есть у него бхакти-васана, нет бхакти-васана. Наша задача понять, как здесь пробудить бхакти в человеке, который вообще не знаком с преданностью, как пробудить. Так вот, наша основная проповедническая деятельность. Своим поведением вызвать доброжелательное отношение к преданному. Под словом «доброжелательное отношение» я хотел бы обозначить отношение глубокого уважения к преданному. Глубокого уважения. Потому что доброжелательность доброжелательности рознь. Мы иногда, пытаясь расположить людей в сознании Кришны, выступаем, особенно в России. В России есть свой, как сказать, свой подход к религии, да, и вообще свой подход к понятию уважения, кто кого за что уважает, глубокое уважение, как люди испытывают к чему-то, свой подход. И мы иногда думаем, что под уважением это когда нам хлопают и говорят, о, молодцы, классно. Вот эта реакция людей для нас должна быть сигналом, что мы что-то делаем не так. Почему? Потому что вот так хлопают на концертах тем, кто шоу показывает, тем, кто понравился, в смысле, насладил мои какие-то чувства. Есть разница между вот этими хлопками на концерте, да? Или на харинаме мы поем, да? И как мы оценим, что харинаму спорят? Кому понравилось? А как людям понравилось? Они говорят, классно, молодцы, там, все, круто поете, там, круто танцуете. И мы думаем, о, это значит критерий. Но если вы подойдете к людям и спросите, а вы бы хотели стать, то вы увидите, нет, я вот таким я стать не хочу, 100%. Означает, люди неуважительные. Еще несколько критериев, по которым можем мы понять, уважают люди или нет. Ну, в России есть разные социальные группы. Их огромное количество. И к одним группам так вот с насмешечки относятся, да? И мы вот к такой группе относимся. С улыбочкой. Ну, странноватые ребята. А есть группы, к которым уважительно очень относятся. Например, космонавты. Не все же хотят стать космонавтами. Но все очень уважительно относятся к космонавтам. Согласны? Да. Согласны. Или спортсмены. Не все могут стать футболистами, там, известными какими-то
достижениями. Но в целом люди в России очень уважительно относятся. И, например, некоторые есть примеры того, в чем проявляется уважение. Серьезное отношение правительства, государства, в целом людей. Так это. Вот на футбольные матчи сколько болельщиков ходит? Много же. Сами-то они в футбол не играют. Но они уважительно относятся к этим футболистам. Да? Или, например, лыжня, да? У вас есть здесь лыжня, самарская лыжня? Сколько тысяч людей собирают? Да? Это означает, что уважение есть. Или когда Олимпиада идет, мы болеем за своих, да? Болеете за своих? Даже мы, бедные, вроде бы уже нам этот спорт, где он там? Говорим, наши выиграли чемпион мира по хоккею. Да? Классно там. У нас есть в Уфе Салават Юлаев. Последние годы выигрывает чемпионаты России в хоккее. И все кричат, Салават чемпион. И это естественно. То есть естественно уважение так проявляется. То есть оно видно. Поэтому наша задача понять, что у русских людей, вообще в России, население, уважение рознь. То есть есть уважение настоящее, глубокое, когда люди как бы дорожат и ценят кого-то. А есть когда так, ну ладно, нормальные ребята, странные, конечно, но пойдет. Это не является той целью, которую мы хотим достичь. Не является. Вот такое уважение не является вот этой целью. Поэтому мы должны быть очень, как сказать, я бы даже сказал, щепетильны, требовательны. Еще могу проиллюстрировать несколько примеров. Вы видели, что когда идет крестный ход православный, если кто-то смотрел, вот пьяные люди пристают к женщинам православным. Видели такое явление когда-нибудь? Практически нет. Вы видели, вот мусульманки у вас ходят в хиджабы здесь? Ну, да. Вы видели, что какие-нибудь пьяные люди вообще просто приставали? Нет. То есть можно посчитать время. Если кто-то так сделает, можно посчитать время, сколько ему осталось до конца, часы посчитать, сколько ему осталось до конца жизни. Если вот мусульманской женщине вот так пристанет человек, да? Ну, оскорбит ее или как-то не видит. А теперь вспомните, вот у нас харинамы идут, а к нашим девушкам часто пьяные пристают, или вот так вот? Регулярно. Регулярно, да. И теперь смотрите, что у пьяного на языке, у трезвого на уме. То, как к нам пьяные относятся, указывает на то, где мы в сознании у людей находимся. Какая ниша. То есть любой пьяный, если он видит мусульманскую женщину, любой пьяный, у него в башке там все-таки соображалка работает, что лучше не трогать. Согласны? Или православную женщину. У всех срабатывает, что ну, как бы верующий. Просто не возникает даже импульс. Да, не импульс. А в нашем случае возникает. Кто это сформировал? Мы сами. 99% мы сами сформировали такое представление. Или еще одно явление, где мы формируем, ну скажем так, неправильное отношение к себе. В поездах вы ездите на фестивале? Да. И там очень трудно скрыть, что ты преданный, особенно если мы едем группой. Так? Скажите, пожалуйста, часто вы встречали ситуацию, когда кто-то подходит, а ну-ка расскажи, что вы? Кто вы такие, расскажи. Встречались. Да, Не часто. Или на работе где-то, или вот просто вам подходят и говорят, ну что ты такой, кто такой, расскажи, ну рассказывай вам. Скажите, пожалуйста, когда люди о чем-то серьезном спрашивают, как они спрашивают? Уважительно. То есть вы можете по себе судить, если вы кого-то уважаете, что-то хотите спросить. Вы подойдете и вот докажете, вот проявите всем, в первую очередь, благоговение и почтение. Подойдете, спросите, будет ли у вас возможность немножко рассказать, вот, что за учение, так? Вы никогда не скажете, эй, ну-ка, расскажи. А что это у тебя такое, вот это вот, что это такое? Никогда такого не будет, так же? Поэтому, кто допускает, мы сами позволяем себе. То есть мы думаем, это шанс людям рассказать о Кришне. И начинаем рассказывать. И что получаем в ответ? Люди начинают прикалываться, да? Они слушают нас и начинают, как сказать,
нас чуть-чуть опускают. Да? Типа вот дурачки такие вот. Что, прям мясо не едите там что-то? Ну прям совсем что ли не ешь? И он достает что-нибудь демонстративно, начинает есть, да? Или там, что, водку не пьете? Да ладно, на, вот выпей. Есть такое, да? То есть это означает, что мы себя как-то повели, что вот так люди реагируют. Поэтому давайте будем смотреть. То есть это в целом подавляющее большинство нашей проповеднической деятельности будет проходить в этой атмосфере. Либо это родственники, либо друзья, либо близкие. Новые люди будут присоединяться, и нам надо им объяснять, как правильно проповедовать на этом этапе для такой категории людей. Итак, для тех людей, у которых бхакти не пробудилась, внешне не проявлена, наша основная проповедническое поведение или стратегия – вызвать доброжелательность или вызвать уважение своим поведением. А теперь вопрос. Надо ли демонстрировать, что ты предан? Нет. Не надо демонстрировать. Вы можете сделать что-то понятное и общепринятое, не требующее демонстрации своего вероисповедания или своего духовного пути. Если вы в поезде едете, вы можете помочь матрас женщине снять и расстелить его. Да? Это вызовет доброжелательное отношение? Да. Да. Вы можете быть вежливым. Так? Вы можете быть учтивым, почтительным. Старшие зашли где-то, уступили место, проходите, присаживайтесь. Очередь уступили, помогли где-то, да? Соседям помогли. Да? Родителям надо рассказывать о... Нет. Что надо сделать дома, чтобы обратить внимание, очень просто все становится. То есть моя задача просто вести так, чтобы глубокое уважение пробуждалось. Нам не надо заигрывать с людьми. Нам не надо специально себя так вести, чтобы на нас обратили внимание и сказали, какие хорошие ребята. Хороший мальчик или хороший девочка. Хороший дядя или хорошая тетя. Ведь в России же не любят, когда кто-то на показ делает. Давайте теперь чуть будем разбираться с психологией России, с национальным кодом, который выработан столетиями. И мы не можем его обойти во время проповеди. Не можем. Потому что наша задача пробудить настоящее уважение. Настоящее. Итак. Мы разбираем, что до данного момента мы думаем, что проповедь – это рассказать о чем-то, что вот о своей вере, о своих убеждениях. Так? Скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах в России по-настоящему открывают сердце люди друг другу? В быту, вот бытовая ситуация, в которой мы живем. Когда что-то вместе сделают. Вместе сделают. Через трудности пройдут. Через вместе. Трудности еще. Поезде как раз. Помогут. В поезде как раз, когда едешь, принуждена. Разве в поезде открывают сердце свое? Да. Мне кажется, да. Человек верит. Если есть человек трудно, то отношения всегда. При более-менее равном развитии. В равном развитии. А обстоятельства какие? Обстоятельства. При каких обстоятельствах это происходит? Когда человек себе там притягивает, когда доверяет ему. Это обстоятельства. Ну, вспомните сцены, семейные сцены, когда кто-то вот открывался. Когда помогаешь человеку бескорыстно, просто вот его. Нет, давайте просто опишите ситуацию. Когда плохо. Кто-то умер, так? Или что-то случилось, выпили, еще надо обсудить, да? Какие-то обстоятельства. То есть это не обыденность, это очень редкое явление, когда кто-то открывает свое сердце, так? В России же не принято сердце всем подряд открывать, согласны? Не принято просто это делать. Не принято говорить о своих убеждениях, о своем сокровенном, так же? Это делается только при определенных обстоятельствах. Сердце раскрывается. Да? Высоцкий пел песню, да? И стопи мне баньку по-черному, да? Чтобы. И
язык развязался, да? И это национальный код. И надо понять, что о своем сокровенном самом рассказывают только при определенных обстоятельствах. И это принципиально меняет нашу задачу, как у людей пробуждать интерес к сознанию Кришны. Не рассказами о том, что со мной произошло. Шел я, подскользнулся, упал, открыл глаза, Бхагавад-гита, стал читать, понял, что мы не умираем. И такими, знаете, заученными фразами. И человек слушает и думает, все понятно, мозга промыли, зазомбировали. У нас же все складно получается. Мы не умираем, душа одна, 10-тысячная кончика волос, Господь Кришна, там планеты Вселенной, там Кришналока есть, Радхарани, любовь, бхакти, там, представляете, да, в поезде же это все рассказывают. И человек думает, ой, крыша. Я последняя поездка на Садусанга прошла у меня сожаление, что я не снимал эти этюды проповеднические на видео. Там такие хохмы вообще просто невероятные. Практически все преданные страдают социальным аутизмом. Знаете, что такое? Мы думаем, что мы одни живем. То есть мы в основном думаем только про себя. Вот. Сцена. Значит, едут на фестиваль преданные, заходят в одном городе. Мы уже едем. То есть я когда езжу в поездах, я так вот конфималу в один ряд, чтобы особо видно не было. И занимаюсь своими делами. Джапу тихонечко читаю, чтобы видно не было. Вот, и мы, значит, сидим, едем с женой, и заходит группа преданных. Три матриджа, один прабу. Значит, сели в поезд, все, Экадыш идут, или там, Евгений Шанахарани, я уж не помню, что там было, Экадыш. Значит, просад, все, надо выходить из просада. Ну, они увидели, что я преданный другой сидит, вложили целую тарелку просада. Ко мне подходят такие, Хари Кришна, просад. В нашем купе люди таращатся. Неожиданно же. Кто-то появляется, тарелки с вареными овощами ставят. Ну, картошка там, свекла вареная. Ведь это же необычно. Заходят люди какие-то, садятся, и вдруг кто-то к вам подходит, как будто он вас миллион лет знает. Да еще такое экзотическое питание. Вареная морковка, вареная свекла, вареная картошка. Еще какие-то слова произносят. Прасад, Шримати Радхарани. Это сразу людей непривычно, они начинают. Да, чужие, сразу свой чужой, чужой. Все сработало. Вот. Но это еще не все. Значит, я уж не знаю, какие у них отношения в этой группе преданных. Это ятры. С какой яркой они. Ну, в смысле, я не буду это все называть, я знаю, кто они, с какой яркой. Значит, они читают третью песню Бхагавата. Вслух. Вот, приедут, читают явление Варахи, как он появился. И при этом совершаются такие действия. Этот прабу, он типа как бы лидер в этой группе среди трех женщин. Ну, они взрослые уже, все взрослые. Одна девушка, может быть, лет к 30, а остальные все уже, видно, за 40. Вот. И, значит, прабу разговорчивый, так он все знает, ответы на все вопросы, все комментирует, кто-то идет, все с точки зрения сознания Кришны, как у нас принято. Вот материалисты, у них неудача, они в Бога не верят, значит, вот такой поделом, значит, такой. Значит, и вот в таком стиле. И, значит, ну, читаю. Явился Господь Вараха, ну, то есть там идет текст, явился Господь Вараха и своим оглушительным криком что-то возвестил о своем приходе. И, значит, он держит книгу, такой, и люди, которые рядом, все обычные люди, они такие, знаете, столбенеют, замирают. Ну что дальше-то будет? Если вот это начало, что дальше будет? А дальше интересный момент. Значит, считается это все, книжка передается другому человеку. Матча начинает читать. Этот прабу говорит, что-то мне шею устало, помассажируйте. Значит, он садится на пол,
купе. И мата же его массажирует. Они читают, а другая читает. И там, значит, опять такой крик Варахадева, там что-то. Родился, он такой, и начинается все, массаж, да? И дальше так вот иллюстрация, озвучивание там, продолжается. Соответственно, люди, которые рядом сидели, обычные люди, я думаю, что до конца жизни хранится вот это вот представление. Кто такие кришнаиты? И модель поведения. Это иллюстрация. То есть это иллюстрация того, что мы делаем, да? То есть как мы себя ведем. Мы думаем, что вот мы только одни живем, что для этих людей главное вот Харе Кришна сказать, тогда они благо получат. Но обратите внимание, чувство, какое люди испытывают. Явно не глубокое уважение, явно нежелание интересоваться. Давайте вернемся к теме. Итак, в России, когда человек открывает свое сердце, это определенные обстоятельства. Либо какое-то горе, либо что-то действительно потрудились вместе, да, какой-то задушевный разговор, определенная атмосфера. Люди чуть-чуть приоткрывают свое сердце, да? Приоткрывают, рассказывают. Да? И как другие реагируют? Да? В основном внимательно слушают, где-то соглашаются, где-то. Ну, все прекрасно понимают, сейчас включился режим, и надо быть очень внимательным, очень осторожным. Так вот, теперь смоделируем, как мы бы могли себя вести. Дома, например, мы познакомились с обществом преданных. Да? И тот преданный, с которым мы общаемся, он нам рассказал, как теперь вести себя дома. То есть твоя задача такая, что в отношении родителей или друзей, сослуживцев, надо вести себя безупречно, чтобы у них твое поведение вызывало уважение. А ты ничего не рассказываешь и не объясняешь, с чем ты познакомился, как ты, что выяснил. Почему? Потому что первый этап – это путь внутреннего понимания. Человек должен сам разобраться, с чем он прикоснулся. Я, конечно, сейчас сделал утверждение, которое очень сильно подрывает устои бхакти-врикши, где говорят, что человек должен проповедовать, нести постами люди. Но я считаю, что первый год человек должен идти внутренним путем сознания Кришны. Он должен сам разобраться, с чем он соприкоснулся, что это такое. Потому что практика показывает, первые дни и месяцы сознания Кришны человек ничего толком не понимает, но больше всего болтает о сознании Кришны. Больше всего рассказывает. Самые катастрофические последствия именно в это время возникают. Для отношений, для работы, для всего. Он именно в это время формирует, настраивает против себя всех родственников. А потом всю жизнь расклёбывает. Всю жизнь расклёбывает эти последствия. Поэтому для начала человеку надо объяснить, что твоя задача сейчас разобраться самому, что это за традиция. Понять, как ты должен себя теперь вести в обществе. Это теперь не просто твое поведение. По твоему поведению судят о всем обществе, о всем обществе. Вот эту ответственность любой начинающий человек должен сразу ощутить, что я теперь не могу себя вести так, как я хочу. То есть я не могу делать все то, что я хочу. Потому что на меня будут смотреть уже как на представителя общества преданных. Все. Это означает, что поведение должно быть всегда уважительное ко всем, вежливое, аккуратное, доброжелательное. Чуткое такое. Понимаете? И это несложно. Ведь не трудно быть вежливым, согласитесь. Не трудно быть уважительно относиться ко всем. Не трудно быть доброжелательным. Согласны? Или это трудно? Это не трудно. Мы перед человеком не ставим задачу доказывать свою правоту родителям, доказывать, что он прав, доказывать, что Кришна духовно вместе с Богом. Мы такую задачу не ставим перед человеком. Ты сначала сам усвой эти моменты, сам разберись. Что происходит с человеком,
на глазах у других людей, родителей, в нем идут положительные перемены. Согласитесь, если кто-то небрежно к родителям относился, вдруг он с уважением начинает относиться. Помогает им, да? По хозяйству, там, по каким-то домашним делам. К маме уважительно, к отцу уважительно. Это же серьезные изменения, да? Родители начинают задавать вопрос, что с сыном происходит или с дочерью. Они на это начинают реагировать. Не то, что она куда-то ушла, куда-то ходит, прибегает. А что по существу происходит изменения очень серьезные, благоприятные, о чем мы мечтали всю жизнь, да? Как бы хотели видеть своих детей. У родителей, у всех начинает пробуждаться интерес, что там, что такое, что он такое узнал, что изменило его сердце. Они спрашивают, что у тебя происходит? А мы говорим, да нормально, ничего не происходит, все хорошо. А что за книги какие читаешь? Ну, вдруг видит книги, что за лекцию слушаешь? Так, лекция просто. Так, просто книга. Это же естественным образом пробуждает интерес. Если люди видят, что у человека что-то, вот что-то необычное в сердце происходит, да? Его в глазах какая-то необычная радость, воодушевление. Это сразу всех привлекать начинает, и настоящий интерес пробуждается. Что же у него там такое происходит? Это что он такое считает, что он такой счастливый стал? Причем видно, что не показное счастье, которое мы демонстрируем, а настоящее, в сердце человек счастливый. Одна из особенностей преданных, то, что они внутренне от страданий избавляются, и вот эта перспектива, что глаза счастьем настоящим заполняются. И это очень трудно скрыть. Все люди-то страдают, а также все страдают. И когда они видят, что кто-то рядом находящийся, у него другой настрой. Вы когда-нибудь ощущали, что, может быть, ваши первые дни вот соприкосновения с преданными, просто ты находишься рядом с преданными, уже хорошо, легко как-то. А теперь смотрите, если человек практикует, то есть он бац и начинает все больше и больше проявляться, да? И он находится рядом с кем-то, на работе, в семье, да? И все же начинают ощущать, вот с этим человеком очень хорошо. Очень легко как-то, спокойно становится. Он сам спокойный. И вот он приходит, появляется, и все спокойно становится. Так? Вот такие, казалось бы, тонкие вещи, незаметные, они по-настоящему формируют настоящий существенный интерес. Что же человек изучает? С чем он таким соприкоснулся? Как это действует? И люди, втайне даже от этого человека, они даже не спрашивают ничего. Они сами начинают что-то искать. Сами начинают читать, сами начинают выяснять. И они убеждены, от него ничего не добьешься, он тебе не расскажет. Он не расскажет. Но ему-то хорошо, значит, надо выяснить, что так его сделало таким хорошим. То есть появляется настоящий интерес. И только при определенных условиях, при определенных обстоятельствах можно с кем-то поделиться, кто уже сам приезжает. Ну, я тебя очень прошу. То есть мне очень надо, я прям чувствую, что вот что-то у тебя происходит, и мне тоже это надо. Вот когда человек, друг или сослуживец, такой вопрос задают, тогда мы можем рассказать. Слышите? Только тогда мы можем открыть рот. Если такого состояния нет, вопрошания, нет смысла говорить. Потому что нет восприимчивости. Восприимчивости не будет. И впустую будет потрачено что? Не просто энергия, а наш вкус, наш баджан. Вспомните, у нас на сердце хорошо. Мы буквально летаем от того, что что-то узнали о Кришне, или вот послушали баджан, или прочитали книгу. И мы начинаем делиться вот с теми, ну, с родственниками, нам кажется, им надо рассказать это. А потом в результате рассказа на сердце очень плохо становится, опустошенность такая. И оно прям несколько дней, сердце пустое, мы прям уходим, там спор какой-то начинается.
И прям очень плохо, очень, мы прям жалеем, зачем я подошел, зачем я это стал говорить, все потерял, все потерял. Мы потеряли свой вкус, баджан потеряли свой. А вот этот опыт, который у нас появляется, воодушевление, это и есть вкус в сознании Кришны. Его надо беречь. И им надо делиться только с теми, кто ну, готов его принять, готов перенять, готов очень бережно отнестись. Если этого нету, тогда не надо говорить об этом. Итак, вот у нас появляется картина. На начальных этапах, когда мы только становимся преданными, или люди еще не восприимчивы к сознанию Кришны, мы своим поведением должны вызвать у них доброжелательное уважение. Да? Исходя из национального как бы, восприятия или кода, который есть у каждого человека, мы о своем сокровенном всем подряд не рассказываем, мы это храним в тайне. И это вызывает у людей интерес настоящий, что же у него в сердце. А что внешне мы проявляем? Мы проявляем уважение, вежливость, доброжелательность, учтивость, да? Старательность. Все то, что людям понятно. Все то, что будет как раз вызывать это уважение. Это сразу людей располагает, что у человека очень хорошие перемены происходят в жизни. Да? И дальше. Только при определенных обстоятельствах. Когда мы прям 10 раз прочувствовали, что действительно человек, задавая вопросы, он серьезен, мы чуть-чуть можем ему рассказать. И то, как мы можем ему рассказать. Вот почитай здесь, вот, послушай вот этот диск, или посмотри вот этот диск. Мы сами особо не рассказываем. Даже если он нас спрашивает, всегда можно ответить. Я толком ничего не знаю, сам только-только вот первые шаги делаю. Поэтому вот познакомься с первоисточником. Вот так мы действуем, пока не увидим, что у человека уже бхакти пробудилась, и он сам готов практиковать. Только после этого мы можем что-то рассказывать, делиться знанием духовным. Есть вопросы вот по первой части? Здесь какие-то существуют другие национальные ходы. Естественно, рассказывать в первый раз. Ну, конечно, Индия. То есть в Индии люди не стесняются. В России все, что связано с религией, это табу вообще. Давайте еще один элемент психологического нашего кода откроем. У людей религия с чем ассоциируется? С похоронами. С обманом, с похоронами. Когда у человека нет, он в безвыходной ситуации, когда уже ничего не помогает, значит, религия. Согласны? Да. Какой это образ? Отрицательный. То есть это не пользуется популярностью. Вы что думаете, что видя нас в наших одеждах, только нас люди шарахаются? Посмотрите внимательно, как к православным относятся, кто одет, монашки, вот, священники. Посмотрите, к ним точно так же люди относятся. Так же стараются избегать. У мусульман чуть получше, но там они в основном не ходят. Но в целом, ну как? В целом более доброжелательно относятся. У буддистов еще более доброжелательно относятся к священнослужителям, к верующим. А в Индии, вот кто в паломничестве был, там же совсем другое отношение к верующим людям. Согласны? Совсем другое к священникам. Там очень уважительно, очень доброжелательно. Это праздник всегда. Святого человека домой пригласить, это вот. А здесь в России вот, монаха домой пригласить, значит, у тебя проблемы какие-то начались. Раз священника домой пригласил, все. Проблема, наверное, конкретная, что-то произошло. ЧП какое-то страшное. Понимаете? Вот в чем разница. Это наши национальные отношения. Все, кресты где? На кладбище. Все, религия, смерть, кладбище. Где обычно священнослужитель? Когда кто-то помер, ладаном, у всех сразу доза такая. Потому что ладаном в основном на кладбище. Все думают, с мертвецами связан ладан. В любой храм заходите, там вот такое, ну, православное, такое подавленное чувство. Да, что-то такое вот со смертью, с покаянием, с тяжелым восприятием. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь, если преданный, который распространяет книги, спрашивает у вас, вы знаете, Бог есть или нет? Или вы знаете, что вы зависите от Бога, или вы ни от кого не зависите, или вы зависите от правительства? Так можно начинать разговор? Сейчас пока не буду ничего говорить. Изложу тему до конца. То есть это вот особенность к религии.
Поэтому не надо рассчитывать, что здесь, когда мы говорим, что мы верующие, мы сразу людей расположим. Более того, мы сразу их настроим. Но где есть положительное отношение? Кому из верующих людей положительно относится? Кому прям люди идут? К святым? К старцам? Есть такое? Все. Это у всех положительное отношение. Старец, все. Или какие-нибудь бабушки, которые вот они верующие такие, но они вот лечат людей такие вот. И к ним все хотят, предсказывают что-то хорошее такое, прям настраивают людей. У тебя проблемы какие-то, ты приезжаешь к ней, она тебя так удушевила, все, у тебя как будто все сняли. И вот такие, таких любят людей. То есть, другими словами, собственно говоря, русским-то не надо религия, а вот духовность надо, понимаете? Духовность надо. А эта духовность в качествах проявляется человека, в его поведении, понимаете? Не в демонстративности его религиозных аспектов, а именно в его поведении, в его качествах, в атмосфере, которую он создает. Это наш путь. То есть если мы не впишемся в этот код, именно вот в такой код, то мы всегда будем где-то на отшибе. Люди не будут нас серьезно воспринимать. Понимаете? Еще один важный момент, тоже национальный код. В России есть представление, как должны выглядеть верующие люди. Во-первых, они серьезные, настоящие верующие люди, они серьезные. То есть никто не кривляется, не балуется. То есть все, что связано с Богом, это очень серьезная вещь. Люди степенные, да? А теперь посмотрите, как сюда вписать наш образ. Возьмем наших девушек, которые там ходят на хренам. Любого человека подойдите в России, любого, спросите, как должна выглядеть верующая женщина. И вам опишут точный образ. Она должна быть скромная, спокойная, одета определенным образом. А как вы думаете, можно наших прыгающих девчат, разукрашенных, с красивыми фигурами, в этот образ ставить, в этот код? Нет. Вы не ставите никогда, потому что это не сочетается. У русского человека никогда не будет сочетаться, что верующая, она пляшет, как девушка на эстрадной подтанцовке. Это никогда не соединится. Поэтому куда они отставляют это? То есть это такие девчонки, которых нанимают, они что-то там регистрируют, и они такие, с ними можно потанцевать, повеселиться. И ребята точно такие же, да? Вы где-нибудь видели, что взрослые мужики в России вот так вот легко танцевали? Не принято это среди мужиков танцевать. Так, начинается вот так. Ну почему? Да потому что на улицу выйдете, что-то мужики танцуют. Ну почему? Да потому что у нас чуть ли не праздник, все на улице, и мужики все танцуют. Ну почему? Или как-то, или по-другому, что ли, у нас? Нет, мужики не танцуют, это не принято. Время прошло, все. На дискотеке, может, танцуют, но это дискотека. В народе люди не танцуют. Поэтому, когда группа веселых ребят в Доте танцует перед всеми, у других мужиков, среднестатистических, это вызывает подозрение. Я вот таким никогда не буду. Вот так вот, чтобы вот так танцевать, тут крутиться, веселиться. Нет, значит, что-то не то. А? Я столько не выпил. Да, я столько не выпил. Куролесят, конечно, куражится, когда выпьют, да? Есть такое. Но все понимают, напился, куражится. И это не является, ну, такой вот нормой жизни. Поэтому наша задача вписываться в этот код. Если мы хотим, чтобы люди серьезно нас воспринимали, вписываться. Нет никаких противоречий ни с нашей культурой, если женщины будут спокойно стоять и петь. Проблем никаких нет, если они будут одеты. Смотрите первые харинамы при Прабхупаде. Там девчата не расфуфырены.
никто не показывает свои телесные красоты. То есть там Харинамана, посмотрите на этих девушек, первые вот ученицы Прабхупады, посмотрите, видно, что они, что-то у них в сердце есть, они погружены. Вы видели, да, эти фотографии? Вы посмотрите, как они одеты, что, какие лица у них, как они украшены. Вот. Совершенно другой настрой. И понятно, что когда ты смотришь на такую девушку или женщину, что это какие-то верующие люди. Ну и давайте будем учитывать, что все-таки это время хиппи, когда они жили на улице, для них это нормально было. Вот. А здесь все-таки Россия, здесь не принято на улице жить. На улице бомжи живут, да? Цыгане, бомжи. Поэтому нам надо искать другие способы, другие варианты, как вписываться в национальный код. Иначе просто нас не пропустит, нация не пропустит. Хотя вроде мы сами русские, но традиция, которую мы приняли, она должна вписаться. Теперь вопрос, почему мы все-таки такое наследие получили, такое проповедническое наследие? Ответ очень простой. По двум линиям к нам такой метод проповеди пришел. Первое – это Запада. Первые преданные в основном были хиппи. И в основном Америка. А Америка — это протестанты. А протестанты — это означает говорить Евангелие, да? Кто-то знаком с протестантами? Адвентисты, евангелисты, баптисты, легалисты. Они вам объясняют, они вас переубеждают. Скажите, пожалуйста, а бхакти где находится? В сердце, да? Вы можете вот что-то рассказать и переубедить человека, у него бхакти пробудится? Нет. Переубеждение – это разум. И вот это переубеждение, оно нам пригодится на втором этапе, когда бхактилата биджа, когда трансцендентное знание надо получать. Потому что когда разум человека наполнен трансцендентным знанием, он может им руководствоваться в своей жизни. Понимаете? А на первом этапе это трансцендентное знание человеком не воспринимается, он не может им руководствоваться. Поэтому мы не можем использовать метод говорить что-то и переубеждать человека. Даже самые наши сильные доводы, они просто все отскакивают от нежелания человека менять свои убеждения. Да? Он сердце закрыто, все, он не хочет ничего принимать. Самые сильные доводы отскакивают. Вот. Но у протестантов другое метод проповеди. Они пытаются людей переубедить. Отсюда все эти всевозможные приемы споров, доказательств, там, обращение, НЛП, все это отсюда пошло, понимаете? Итак, вот одна линия. Первые преданные на Западе, они все так проповедовали. И нам досталось тоже здесь, что надо вот так говорить. Вторая линия – это наша, своя. Советские преданные в основном были диссидентами. А диссиденты, они также пытались переубеждать доводами других, да? Приводили доводы, что что-то не так у нас в стране. И плюс еще собственная школа коммунистической пропаганды, которая тоже родилась от протестантов. Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин, они все с Запада получили. И вся эта культура, газеты «Искр», да, вот этими, как распространять информацию, это протестантские методы все распространения информации. И вот это вот все соединилось и выдала нам на гора, что сознание Кришны надо распространять вот так вот. Идти и всем говорить о Кришне. Вы мне сейчас можете привести довод. Довод может привести. Господь Чайтанья сказал Брахману Пурме, кого бы ты ни встретил, говори о Кришне. А теперь давайте попадем в ту ситуацию. Итак, Брахман Пурма всю жизнь поклонялся Господу Нараяне. Так? И он жил в деревне Брахманов, преданных Господу Нараяне. Так? И поэтому, когда он, может, там встретит кого-нибудь, где он живет, и расскажет ему о Кришне, это все равно, что у нас встретить православного и рассказать ему о Евангелии, об Иисусе Христе, о Сергии Радонежском. Это сложно делать? Нет, не сложно. Не сложно это делать. Поэтому, хотя утверждение такое есть, но нас еще призывают использовать разум. А разум заключается в понятии, как нам эффективно проповедовать. Не просто слепо следовать какой-то матрице. Вышел на улицу, пою. Да?
Шрила Кариша Прабху в 93 году читал семинар «Стратегия проповеди». И он рассказывал, как они в Ирландии проповедовали. Мы проводили харинамы, и каждая харинама заканчивалась дракой. Потому что, говорит, ирландцы, они такие же, как русские, красивые, пьют и дерутся. Ну, один в один. Я, говорит, вот приехал сюда к вам, смотрю, вот один в один. Так, что вы, что ирландцы одинаковы. В течение какого-то года, что ли, они вот так вот выходили, каждый раз все дракой заканчивалось, каждый раз. С мордобоем, полиция, все остальное. И когда уже вот дошло до ручки, все там в храме сели, старшие, и стали думать, что делать. И кто-то говорит, ну а что, давайте продадим, что им не нравится. Ну чужие мы, как своими стали. Ну хотя они тоже ирландцы, но вот так работает психика. Чужой, непонятно, значит чужой. Значит, ну что, ну им нравится, что мы ходим, давай сидеть будем, давай. Ковры посели, сидели, ладно, что еще? Ну, инструмент у нас странный. Ну, давай волынку включим, давай, волынку, там еще какой-то местный инструмент включим. Давай ирландские мелодии, давай, все разучили ирландские мелодии, Харе Кришна на ирландские мелодии. Все. Женщине нравится, что они тоже ходят, потому что ирландцы консервативные, ну пусть сидят просто. Ладно. Решили, сделали. Народ столпился, в ладоши хлопал, пританцовывал. Все, с того момента ни одного нападения не было, ни одной претензии не было, все хорошо. И он говорит, что это разум. То есть разум. Когда мы проповедуем, надо применять разум. И наша задача здесь тоже применить разум. То есть мы же хотим что? Мы хотим, чтобы действительно в людях, которые живут здесь в Самаре, пробудилось в акте. Разве нет? Или, мы не, или это не наша цель? Так оно же должно работать. Так же? И нам надо знание. Какой смысл прикладывать столько много усилий и получить маленький результат? Может, все-таки разум приложить и подумать, как правильно это делать? Как научным образом это делать? Поэтому наш анализ связан именно с этим. Хотя у Прабхупады есть высказывания, говорите людям о Кришне и так далее, но никто не отменяет задачу использовать разум и понять, как правильно это сделать. Как эффективно это сделать? А, у нас же еще будет после, да? Да. Давайте мы здесь становимся. Время уже подходит к просаду, да? Сейчас просад будет. И после просада, это еще только введение. Но оно важно. Оно занимает большую часть семинара. Мы с вами сейчас обсудим, завершим обсуждение этого закона, как партия пробуждается, а потом выясним, что люди могут воспринять что-то, если язык им понятен. Отсюда это звание семинара, как языков проповеди. Чтобы нас люди поняли, мы должны обратиться и поговорить с ними на их языке, на языке, который они понимают. И сейчас мы остановимся, мы с вами прошли основную смысловую нагрузку нашего семинара. И во второй части после просада мы разберем уже, на каком языке разговаривать можно с людьми и какой эффект будет от этих языков. Харе Кришна, Шрила Прабхупада ки джай.